Всем привет! Сегодня мы попробуем смотреть Инстаграм на Smart TV. Для того, чтобы установить что-то, нужно сначала в первую очередь попытаться найти в поиске, да? Смотрим Инстаграм. Высвечивается вот такое приложение, развлекательное, Фидо. Фидео. Фидео. Его, естественно, установили. Вот в таком внешнем виде получается у нас Инстаграм. Когда мы его листаем вниз, заканчивается прокэшированные картинки и начинается заново. Так, ну давайте для начала, наверное, посмотрим что-нибудь, да? Ужасные здесь, конечно, картинки, но они по умолчанию нам предоставляются, поэтому здесь уж ничего не сделаешь. Да, также и видео есть. Видео тоже можно. Ну, кстати, я уж не знаю, почему у него видео такое. А в нормальных видео все показывается четко. Итак, давайте еще посмотрим, что же здесь есть в меню. Ну, то есть мы сейчас смотрим, что в тренде, да? Мы можем в поиске набрать. Что самое ценное, мы можем набрать любого абсолютно пользователя. Допустим, вот берем ну, вот такого пользователя, да? И нажимаем. Нам высветилось, ну, несколько подобных логинов, да? И мы смотрим то, что нас интересует. Ну, как вы догадались, это, естественно, фотографии моей семьи. Передвигаемся мы с помощью... Так, мышка не туда ушла. Передвигаемся с помощью... Эй, не видно, да? Надо... С помощью вот таких нажатий. Ну, вот, допустим, можно смотреть видео. Так, здесь звук, наверное, выключен. То есть со звуком все четко, абсолютно нормально. Можно смотреть. День Победы. Вот таким образом. Еще можно поднять вот такое меню. Снизу видно фотографии, какие мы хотим увидеть. Вот так. Теперь давайте еще посмотрим, что же можно еще делать. Так, не буду я показывать пульт, потому что мне не очень удобно. А поиск мы уже показали, да? То есть в поиске набираем любого, либо хэштег набираем, ну не знаю, там.
сори. Нет такого хэштега. А, никак, да? Ну ладно, давайте так. Так, Зеленогорск, лайф. А что такое? Фу. Что все заново? А может по этим не ищут, что ли? Да, что-то. Ну ладно. Ну попробуйте свои хэштеги, какие вы ищете. Может быть, у вас что-то получается. Можно также на категории выйти. Пожалуйста, fat food. Ну, насколько категории нормально показываются, я пока не знаю. Сейчас вот увидим, да? Ну да, food еда. Так, что еще? Travel, путешествия, music, beauty, спорт, animal, игры. Ну да, что-то здесь есть такое, да? И давайте еще посмотрим сеттинг. Настройки. А вот как, то есть показывается, как можно пользоваться этим приложением. То есть нажимаем влево, появляется меню. Это поиск. И двигаем вправо, влево. Ну, либо я вот мышкой там делаю это. Линт, к сожалению, только английский язык. Кстати, можете с разработчиком связаться. Лицензия вот. Можете связаться с разработчиком, вот его почта. И перевести на русский язык. Я думаю, всем будет полезно и приятно. Вот. Теперь, что там в тренде? А, тренд подтягивается каждый раз новый. То есть вернуться обратно нам уже не удастся. И то есть если мы нажимаем чик, а, даже на тренд нажал, да, и он уже заново начал кэшироваться. Вот такое вот приложение есть на Smart TV. Мне бы хотелось знать, есть ли такое приложение на Samsung Smart TV, на других Smart TV. Расскажите, пожалуйста. В комментариях будет очень интересно. А на Android TV я на да на Android TV я, естественно, не нашел такого приложения. То есть, ой, наверное, это не та приставка. Нет, та, да. И мы заходим в приложение. Заходим в маркет, но в поиске мы, естественно, его не найдем. Ну, искать бесполезно, то есть вот так вот. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока.